Как Филмс представляет. Надоедливый апельсин 2. Пою песенку. Спасибо большое. Мне надоело, что меня таскают с места на место. Ты самый большой апельсин, который я видел. Что? Я не апельсин. Ты должно быть мой старший брат. Я не твой брат. Да, ты он. Я апельсин. Ты апельсин. Мы оба апельсины. Я не апельсин. Я тыква. Тыква? Или же тыква-пус? Ты огромный! Ха-ха-ха-ха, это ужас, как смешно. Эй, тыквопус! Я тыква! Эй! Эй, тыквопус! Что? Как ты стал таким пузатым? Эй, тыквопус, хочешь фокус? Не очень. Да-да, вообще крутой фокус. Эй, тыквопус! Тыква! Эй, тыквопус! Что? А ты можешь языком достать до глаза? Нет! Ты еще не пробовал? Попробуй! Я не собираюсь. Почти. Может, остановишься? Я уже почти сделал. Апельсин, хватит. Ты не пробуешь. Твою ж мать, остановись. Ну что? Я вообще спокойный чувак. И очень сложно меня разозлить. Но ты сводишь меня с ума. И сколько это у тебя заняло? Только минуту? Ты так и не затыкаешь. Я тыква, не апельсин, не тыква-кус. И даже не твой брат. Что? Что теперь у тебя за лицо? Наш? А? Кто-нибудь, заберите у этого парня нож! Вау, скальп! Круть! Что из себя вытаскивают? Эй, тыквопус! Эй, тыквопус! Эй, эй, тыквопус! У тебя теперь лицо на заднице! Кто вырубил свет?